Сквидвард, это все сделал ты? Я подумал, раз уж мне тут придется жить, почему бы не добавить немного уюта? Пирог из жира? Если ты будешь готовить мне пирог из жира каждое утро, Сквиди, можешь делать тут все, что угодно. Вежливая ложка говорит, ешь как воспитанная звезда. Воспитанная? Смотри, невежа. Воспитанные едят вот так. Ёжики морские. Он поддается обучению. Я могу сформировать тебя. Я могу вылепить из этого куска глины утонченное существо. Я сделаю из тебя наименее невыносимого соседа всех времен. Ты станешь моим соседа-шедевром. Еще пирога, пожалуйста. Любители культуры, вас приветствует наш стильный уголок. Я Сквидвард Шикардон, а это мой протеже Патрик Пижон. Он научил меня дуть в эту штуку. Готовьтесь приобщиться к искусству. Что? Эй, смотрите все на меня! Сейчас я поражу ваше воображение своим искусством современного танца! Теперь я... Я же говорил, что из тебя выйдет первоклассный Патрик. А ну замолчите, ясно вам? Эй, Патрик, лови! Яблочко! Я сказал, ведите себя тихо, не то я выйду. Грязь из лужиц. Он снова Патрик! Наконец-то! Сквидвард! Смотри! Новый дом уже доставили! Я свободен! Так-то лучше! Теперь зловредная расщелина заделана! И больше никакого свиста. Что ж, спасибо, доктор Сквидвард. Хо! Надо же, после этой процедуры мой голос звучит почти круто. Проверка. Раз-два, раз-два-три. С таким голосом и свистеть ни к чему. Ведь теперь я могу петь. Откуда
откуда доносится этот ангельский голос. Я должен за... О, коньки морские! Почему он вечно мне все портит? О! Какой сказочный голос! Романс круто качает! Эй, народ, смотрите! Наш Губка Боб стал крутым! Может быть, с помощью Губки Боба я наконец смогу проникнуть в джаз-клуб крутым меломаном? Да! Губка Боб, может быть, ты хотел бы сходить со мной в мой любимый джаз-клуб вечерком, а? О, почему бы и нет? Звучит вполне круто. Приветствую, дружище! Вы самый крутой посетитель в истории клуба! О, безумно рад, папаша, безумно! Я провожу вас за самый крутой столик! Нет, спасибо, у меня встреча с реально крутым парнем. Вот и он. Привет, Сквидуруни. Значит, вы с ним? Да, именно со мной. Так как он мой лучший друг. Слыхали, ребята? Он мой лучший друг. Сечете? Значит, он тоже крутой? Даже и не знаю. От него не пахнет крутостью. Эй, круто, Боб. Не хочешь спеть ребятам одну из своих отпадно крутых песенок? О, нет, приятель, даже не упрашивай. Ну, хорошо, разве что одну песенку в честь знакомства. А я буду аккомпанировать тебя на своем кларнетике. Все идет по плану. Круто! И прохладно. Следующая песня посвящается всем. Дама! Зажигай, Сквидвард. Я начну свое соло с высокой ноты. Я чуял, что он не крутой. Если уж мне больше нельзя быть крутым, то и Губки Бобу тоже! О, это такая красота! От всего сердца приглашаем вас посетить самое футенутох, какое престижное художественное событие сезона. Открытие галереи дифтерии. О, я не слышал! Самая эксклюзивная выставка во всем Бикини-Боттом. Данное приглашение позволяет посетить выставку Сквидварду Тентаклсу. Сквидварду Тентаклсу плюс один. Да нет, плюс один. А, почему ты еще здесь? Это не плюс один, это плюс один. Что за плюс один? Ну, если вас приглашают куда-нибудь, и на приглашении написано плюс один, это значит, что вы можете привести друга. Это что, обязательно? Ну, нет, вы можете прийти один. Просто все будут смеяться над вами, потому что поймут, что вы одинокий неудачник. Что? Хочешь, чтобы я позвонил твоему начальнику и сказал, что ты тут торчишь без дела?
Ты должен найти друга, чтобы пойти с ним на выставку. Кого-то вроде меня? Обожаю выставки. Нет, не вроде тебя. Только не по лицу. Что? О чем ты? О, ты у нас всегда был таким шутником, а? Почтальон. Друг. Вообще-то я никогда не был шутником. По характеру я скорее интроверт. Обожаю интровертов, да. Я и сам интроверт. Что, правда? Слушай, уверен, у нас с тобой много общего. Я даже не знаю. Я самый обычный парень. Когда я не разношу почту, то люблю ходить по всяким сверхпрестижным выставкам. Как и я. А еще есть вкусности. О, вкусности — это мое любимое лакомство. Особенно те вкусности, которые можно намазать на вкуснейший жареный тост. Жареный тост. После правильного тоста со вкусностью другой уже в рот не возьмешь. Верно. А вот что точно я ненавижу, так это кларнеты. Да уж, что? Ну правда, какой ненормальный может любить звук кларнета? Этот занудный, песклявый и пронзительный вой, будто кого-то пытают за стенки. Только одинокий неудачник, которому нечего терять, может взять в руки кларнет и подумать: да, это для меня, я буду изводить мир этим звуком. Ты согласен, приятель? Приятель. Мы отличная команда. В точку. Ты представляешь, сегодня я встретил одного психа, который заявил, что он терпеть не может кларнет. Эй, ты не знаешь, это нехорошо. Только бездумный невежа смеется над чужими увлечениями. Да, ты совершенно прав, Лестер. Я Ларри. Неважно. Скажи мне, ты хочешь сходить со мной на открытие галереи сегодня вечером? Ну, вообще-то я не увлекаюсь живописью, но... Ради тебя, пошли! Сейчас только заскочу к себе выпить стаканчик протеинового коктейля. Что? Эй, тебе ни к чему эта чушь. Я бы не назвал его чушью. Протеиновый коктейль спас мне жизнь, брат. О, перестань, это же глупость. Ты же не хочешь быть одним из тех бездумных клубцов, которые плутают вокруг в тумане собственного невежества? Я люблю протеиновый коктейль. Да, я самый доверчивый из всех простаков на планете. Да, 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 да. Дайте мне мой дурацкий протеиновый. В смысле? Но насчет галереи все в силе. В 7 часов? Боюсь, мы с тобой снова остались одни. А, ты-то что здесь делаешь? Просто играю с прыгалками. Хочешь со мной? Нет. Берешься за один конец веревки и тащишь, как будто за тобой гонится змея. Ну что, поиграем? Просто вытащи меня отсюда! Легко! Спасибо. Для друга все, что угодно. Друга? Ты будешь моим +1. Галерея «Дифтерия». Прошу, Губка Боб. А вот и Сквидвард Тентиклс, который то ли затеял какой-то затейливый перформанс, то ли является собой печальнейший пример одиночества, какой мне доводилось освещать. Причем я склонен подозревать, что верно второе предположение. И это весьма печально! Патрик, дело плохо. Так Сквидвард проспит прослушивание в оркестре. Что нам делать? Мы создадим другого Сквидварда в лаборатории! Патрик, ты просто гений! Патрик, это провал. О, мы перепробовали все, что есть в океане, и ничего. Если бы мы могли заползти в Сквидварда и управлять им как куклой. Точно! Заползем в него и будем управлять им как куклой. О, кто мог предложить эту глупость? Ты? Звучит не так плохо. Да где же?
Спасибо, следующий! Он великолепен! Что? Что происходит? Где я? Я на прослушивании. Я играю, но это делаю не я. Кажется, в меня что-то вселилось. Что происходит? Я сам не понимаю. Теряю управление. Я должен вернуть контроль. У него весьма необычный стиль, но это звучит божественно. Патрик, я больше не могу управлять его мозгом. Я тоже Губка Боб. Что это? Губка Боб? Патрик, вы внутри меня? Как? Как это возможно? Прочь из моего мозга! Прочь из моего тела! Прочь! Прочь! На этот раз вам не поздоровится. Вы волшебник! Волшебный музыкальный волшебник! Я? Да! Да, да! Приведите нас в восторг, маэстро! Завидую вам, обычные люди! Вам выпала великая честь слушать мое исполнение симфонии номер 5 до диез минор Густава Моллюска, потому что я теперь контролирую себя! Здравствуйте, мистер Щупальца. Я Фредерик Ниттик, всемирно известный критик. Это ваше произведение, я полагаю? О, конечно, вы правы. Эта вещь отражает мою борьбу, цель которой — явить мой гений слабоумному миру. Внимание! Венера Сквидвардская! Поразительно, правда? Мое мнение эксперта. Фу! Придется конфисковать ваш берет. Что? Нет, вы не имеете права. Простите, я ищу настоящего художника. Я художник, ура! Вы художник? Что? Нет, куда вы? Вернитесь! Итак, господа, кто из вас художник? Мы оба. Это так интересно. Хотите что-нибудь сделать сами? Я критик. Я ничего не делаю. Я оцениваю. Я ценитель. Например, вот оценка вашей работы. Глупость. Не оценивайте меня. О, какая удивительная прелесть. Это так примитивно и наивно. Вы гений. Вам нравится? Я дам вам за это 500 баксов и берет. Эй! Вы истинный художник, мой юный друг. Нельзя давать безмозглым берет художника. Кто из нас критик? Ух ты! Ты слышал, Сквидвард? Патрик художник! Чего же ты тогда хочешь? Не знаю. У меня сейчас нет вдохновения. Привет, Патрик! Заказываешь деликатесный крабсбургер? Может быть, не знаю. У меня сейчас творческий кризис. Ой, Патрик, это ужасно. Заказывай скорее. Хорошо. Я хочу новых идей для удовлетворения потребностей публики в моих глазастых камнях. Смотри меню. Выбери что-нибудь из меню. Советы художникам мы тут не даем. Почему же они есть в меню? Что за... Совет художнику $25. А ну работай, Сквидвард. Сосредоточьтесь на крабсбургере. Ну, конечно, как же все очевидно. Ну, почему я не рассмотрел это раньше? Сквидвард гений! Я теперь знаю, что надо делать! Блестяще! Никогда не видел такой мощной креативности. Это перевернет мир искусства с ног на голову. Я, Фредерик, объявляю очередной шедевр! Очередной шедевр! 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 Поздравляю, Патрик! Ты наконец обрел вдохновение! Неси скорее еще!
еще крабсбургеры! Сейчас, дружище! Деньги! Денежки, 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 денежки. Оп. Что за... Гоп-кабоп! Патрик! Что все это значит? Это мой метод. Я покупаю крабсбургеры по $3 и продаю потом по 50. Ха-и-ха! Почему он злится, Сквидвард? Я сделал, как ты посоветовал. Ах, это ты все придумал, да? Продаем художественные крабсбургеры. Вот новая порция горячих заготовок крабсбургеров. Молодец, Губка Боб. С вас 50 баксов. Как у вас здесь дорого. А вот и булочка. А вот еще один артбургер, мистер Звезда. Увидеть вас — большая честь. Представляю себе, ученик. Сделай-ка мне еще один шедевр, дружище. Будешь усердно трудиться, однажды сам станешь художником. А может и нет. Не хватает блеска. Дамы и господа, наслаждайтесь моим чудесным творчеством. Простите, мне бы кетчупа. Наслаждайся творчеством, дубина! Не знаю, как ты уговорил меня устроить эту выставку, но теперь я точно ее закрою. Как же так, мистер Крабс? Сквидвард не продал ни одной картины. Изысканная живопись. В ней я в тонкой форме передал свои страдания. Эти невежи не заметят шедевр у себя под самым носом. Но сила моего искусства сможет преодолеть все. Приобщись к красоте! А ну-ка, Ларри, отведай салата! А ну-ка, Ларри, отведай искусство! О, мои глаза! О, какая боль! Мистер Крабс, Сквидвард наш друг, и картины совсем дешевые. Купите одну просто по дружбе. Я жив. Дружба. Дружба? Я не собираюсь тратить деньги на дружбу. Но со временем картины могут подорожать. Подорожать? Это как же? Когда картины стареют, их цена обычно повышается. Однажды они могут принести вам миллионы. Миллионы? Я знаменитый оценщик предметов искусства. Можете мне поверить, эта псевдоживопись никогда не будет стоить ни гроша. Эй, Юджин Крабс не любит терять деньги. Я должен найти способ заработать на этой мазне состояние. Я продал все картины. Эта горстка мелочи доказывает, что я истинный творец. Кому автограф настоящего художника? Кстати, картины могут значительно подскочить в цене, если их автор больше не с нами. Так сказать, стерт с картины. Стерт с картины? Да? Это можно организовать. Художник идет, благоговейте. Все непременно. Ну-ка, доставьте заказ клиенту. Что? Вы, должно быть, шутите. Творцу моего масштаба не пристало унижаться до столь прозаичной работы. О, не унижайте творца, мистер Крабс. Я доставлю заказ. Нет, мистер Сквидвард теперь у нас настоящий художник. А художнику по плечу любая задача. Это было отвратительно. Ну, хотите обсудить игру цвета и тени в моем творчестве?
Я сделал все, что мог, чтобы избавиться от тебя по-хорошему. Но ты дорого мне обходишься. Беги, Сквидвард, беги! Эй, может, все-таки проявишь поддержку? Бегите, мистер Крабс! Но чуточку медленнее, чем Сквидвард. Уничтожь картины, пока мистер Крабс не вернулся. Я не могу это сделать. Они слишком великолепны. Эй, а ну отойди от моих картин. О, простите, картины. Или вы, или я. Да, вот настоящее искусство. Что, правда? Такое острое, такое опасное. Да, сила творчества. Оставь мои картины в покое, чудовище. Нет, это самый вдохновляющий перформанс, какой мне доводилось видеть. Правда? Тогда он должен стоить миллионы. Эй, с дороги! Устал. Ну, сколько вы заплатите за все это? Нисколько! Искусство перформанса слишком хрупко. На него нельзя повесить ценник. Что? А ну, вернись, надменный прохиндей. О, мистер Крабс! Сквидвард! Эй! Ага! Именно так я и приобрел этот шедевр! Я художник, а я богач. А я всем помог. Браво, браво, браво! Я так рад, что тебе нравится концерт. Нравится? Нет, он мне так нравится, что хочется даже... Что хочется даже... Тебе хочется петь. Вот слово, которое я искал. И раз, и два, и раз, и два, и три, четыре. Тощие ручонки, длинный нос крючком, голова бочонком. Точно это он, в том, что это гений, и сомнения нет. Этот странный парень задудел в кларнет. Он музыку играет, усладу для ушей, изысканной мелодией пленит своих друзей. Не слышал кто моллюска, прощения тому нет. Этот странный парень задудел в кларнет. Нет маэстро лучше, конкуренты брысь. Спросите, в чем же тайна, ответит. И это кисть. Ура! Спасибо, спасибо. Скажите, музыкальный гений? Да. Вы ведь не всегда делитесь своими великолепными песнями. Вас часто видят на работе в ресторане «Красти Краб». К несчастью, это чистая правда. Причем работаете в ресторане вы уже очень давно. Ой, не то слово. Так вот, я и спрашиваю о невероятно музыкальной. Что добавляют ваши фирменные крабсбургеры? Есть какой-то секрет? Я не стою у плиты, я сижу за кассой. Но вы ведь часто подходите к плите. Вы должны были хоть что-то увидеть. Нет, ничего. Вы отработали на одном месте 20 лет и не знаете ингредиентов единственного блюда в вашем меню? Не ломай комедию, осьминог! Говори рецепт сейчас же! Говори! Неужели ты не видишь, Шелдон? Благодаря тебе растет и растет мое мастерство музыканта. Что? Твоя постоянная поддержка помогает мне достигать все новых музыкальных высот. Я играю ноты, о существовании которых даже не подозревал. Итак, пошел... Да,
кстати, благодаря тебе я скоро брошу работу в Красти Краб и наконец-то стану профессиональным музыкантом. Тогда я никогда не узнаю тайный рецепт. Профессиональные беруши. Вернитесь! Куда вы? Хватит играть на проклятой дудке! Ты меня убиваешь! Эй! Вернись! Привет, Сквидвард! Я слышал, вы с Планктоном играете в хлопни дверью, и я решил спросить, можно ли... Планктон украл мой кларнет! Я должен его отнять! О, чур, я тоже играю! Ага! Так, рыбья флейта, пора играть крутой авангард! Например, на перилах! Ой, Сквидвард, хорошая игра! Вам меня не поймать! Никогда! Вы окружены! Что-что? Мы получили сотни сообщений об ужасных музыкальных беспорядках, а музыкальный инструмент только у вас. Минуточку! Этот инструмент я вижу первый раз в жизни! Это правда, сэр? Планктон даже не умеет играть! Нет, дружище, пусть уж полиция делает свое дело. Осторожно. Нет, стойте, не надо! Карен, помоги! Там, куда вас отвезут, это не понадобится. Ой, повезло тебе, Сквидвард. Он чуть не увез твой кларнет. Повторяю, всех ненавижу. Появился на свет гениальный осьминог. Умный, головоногий и талантливый. Мне двойной краб с бургер с водорослями. Давай, давай, иди отсюда. Я что тебе говорил? Не в ущерб работе или уволю? Ладно. Он подавал надежды, пока не стал работать в Красти Крабе и кормить местный сброд ужасной тошнотворной отравой, которую здесь называли едой. Браво! В Красти Крабе его талант пропадал. Простите, можно повторить? Нет, не... Сквидвард. Да, конечно. Но кто заполнит пустоту в моей душе? Кто? Я не знаю. Не знаю. Его жизнь разбита. Какое унижение для героя нашей пьесы! В моем крабсбургере нет кетчупа. Нет, ну и что? Нет кетчупа? Это ужасно! Сейчас я все исправлю! Скажите, вам бы такое понравилось? Подай клиенту новый крабсбургер с кетчупом. Живо! И не забудь снова взять деньги. И хозяин, как назло, хапуга. Как-как, мистер Сквидвард? Но мистер Крабс, это же роль. Ну тогда ладно. Но крабсбургер дай. Ладно. Губка Боб, один крабсбургер с кетчупом. А теперь о самом худшем в моей службе. О работе с ним. Я забыл слова. У тебя нет слов. Совсем. Просто стой здесь и играй себя. Это я умею. Один крабсбургер. Сейчас. А это что? Оберточная бумага на кухне. О, бак переполнен. Значит, пришло время вызвать мусоровоз. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Да ладно. Выдающийся. Спасибо, довольно. Иными словами... Эй, где мой крабсбургер? Его гений не признавали. Да в чем дело? Я требую свой заказ. Да, я тоже. Не замечали, не ценили, презирали, игнорировали, не уважали.
Не прислушивались, не замечали, не любили. Но хуже всего, мало платили. Смешно, потому что это правда. Да, его песенка спета. Но более того... Более того... Неудачник! Одним словом, зарыл все свои таланты в землю. Да ладно, хватит! Даешь Крабсбургер! Даешь Крабсбургер! Даешь Крабсбургер! Видно, клиенты хотят получить свои Крабсбургеры! Хорошо! Губка Боб, где Крабсбургеры? Боже, что я наделал? Неужели я так увлекся театром, что совсем забыл про котлеты? Сквидвард, прости. Гламур подмостков отвлек меня от истинного призвания. Мои котлеты всегда были настоящими кулинарными шедеврами. Нет, Сквидвард, нет. Эти котлеты нельзя пускать в продажу. Нате, жрите! Что такое? Столько ждать ради этого? Да ладно! Тебе качество что в лоб, что по лбу! Ой! Я сказал тебе по лбу! Ради этого стоило ждать. Возьму парочку. А я опять. Я тоже хочу швырнуть. Хорошие новости. Пьеса имела успех. У нас будет два вечерних шоу и одно утреннее. Ни пуха вам, ни пера. Сейчас я вас увековечу в камне. Что ты делаешь? Я стесняюсь. А я художник. Думаете, статуя сама себя изваяет? Или вам не нужны деньги, которые она принесет? Может, так? Нет. Так? Нет. Так? Нет. А так? Нет. Почему, Сквидвард? О, стойте так! И не шевелитесь! И долго я должен так стоять? Сколько надо! Сквидвард, я больше не могу. Готово. Ура! Показывай! Наденьте солнечные очки, или вас ослепит мой гений. Да, да, показывай. Вуаля! Это еще что такое? Это мой шедевр. У меня рот в животе. Это символ огромной глубокой пропасти, куда ведет потребительство, и бесконечной пустоты, которая оно создает. Называется тирания. Может быть. А детям играть безопасно? Это произведение искусства, а не качели. Ну что ж, попробуем испытать, пока нет посетителей. Губка Боб! Я здесь, сэр! Попробуй-ка порезвиться и поиграть на этой самой штуковине. Это не штуковина, а арт-объект! Я вас отчетливо слышу, капитан. Отчетливо. Ой,
тяжелая. Сквидвард, я не разрешу детям играть на этой груди камней. Меня же засудят. Что? Вы хотели произведение искусства, вот оно. О, это произведение, да. Только не искусство. Мистер Крабс, разрешите предложить идею. Смотри, Сквидвард, это мы с тобой играем в чехарду. Я на тебя запрыгнул. Дай сюда. Чехарда — это никакое не искусство. Что ты вытворяешь? Это называется «собери кусочки». Берешь обрывки бумаги и складываешь из них новую картинку. Видишь, теперь ты на мне. Хочешь ты учиться искусству или нет? Прости, Сквидвард, я слушаю. Ладно, Спанч Боб, теперь будь внимателен. Взгляни на этот мрамор. Сначала мысленно представь скульптуру, затем тихонько. Ну как, Сквидвард? Это великолепно! Ну разве это скульптура? Скульптура требует больше времени. Ее не делают с бухты-барахты. Скульптуру нужно изучать шаг за шагом. В противном случае ты навсегда останешься просто любителем. Смотри, разве это нос? Вот что такое искусство. О, я все понял. Я никогда не стану художником. Я виноват, Сквидвард. Я пришел брать уроки, а вел себя самонадеянно. Я не хотел учиться. Спасибо, что спустил меня с небес на землю. Я не достоин быть твоим учеником. Я не достоин находиться рядом. Здравствуйте, сэр. Простите, уроки закончены, уже поздно. О, нет, вы не поняли. Впрочем, я не представился. Мое имя Монти Пи Манибэкс. Тот самый знаменитый коллекционер? Ваш покорный слуга. Что вас сюда привело, сэр? Ищу произведение искусства для моего нового музея. Вы пришли куда нужно. Я на Бикини-Боттом лучший художник. Это я назвал Сквидвард на пленэре. Не уверен, что это будет сочетаться с другими предметами из моей коллекции. Почему? Потому что это не искусство. А вот это называется бодрый и бойкий. А лучше бы пора на помойку. Простите, я собираю мусор. Что ж, мне, пожалуй... А, что это такое? Стойте, это не то, Я восхищен! Какая филигранность! Какое целомудрие! Сразу видно, что это дело рук гения! Странно, что это? Единственный изъян. А, совсем другое дело. Я должен срочно увидеть автора этой скульптуры. Его ждет слава. Слава? Богатство. Богатство. Исполнение всех желаний. Всех желаний. Это я автор скульптуры. Я уже вижу ваше имя на табличках престижных музеев. Поверьте, вас ждет бессмертие. А пока отнесите это в машину. Боюсь, мне нужна помощь. Моя слава, мое богатство, мои волосы. Что ж, конечно, вам немного не повезло, но... Это не такая уж проблема для художника вашего уровня. Сделайте другую скульптуру. Ладно, Спанч Боб, давай снова перейдем к мрамору. Прежде всего, художник должен мысленно представить скульптуру. Ладно, только побыстрей. Я должен обнять мрамор. Верно. Я должен обнюхать мрамор. Что ж, нюхай. Я должен лизнуть мрамор. Я должен вымыть мрамор. Я должен понять мрамор. Я должен стать мрамором. Готово! Можно приступать к работе. Вперед, приятель! Эти инструменты приобщат меня к искусству. Наконец-то! Осталась небольшая деталь.
Вот, что такое искусство. Что скажешь, Сквидвард? Нет, ты отойди подальше. Настоящим искусством надо любоваться со стороны. Мусорная инспекция. Центр, прием. Источник мусора обнаружен. Так я и думал. Хотели сэкономить на мешках. Ума не приложу. О чем вы, сэр? Для тебя мусорный инспектор, а не сэр. Мы закончили помойную академию. Мусор не пройдет. Как скажете, инспектор. Я скажу, что вы виновны в предумышленном распространении мусора в особо крупных размерах. Ваш приговор — сбор всего мусора в Бикини-Боттом. Вот ваш транспорт. Вон тот. Все, что пожелаете, инспекторы. Внимание всем постам, нарушение 3-4-2 в районе Бикини-Плац. Уклонение от сортировки отходов. Погнали! И вы слышали, инспекторов? Живо собирать мусор! Между прочим, это ваше наказание. Я предпочитаю считать, что это общее наказание. А под общим я подразумеваю ваше за работу! Я сделаю все, что вы велели, но буду негодовать в душе. Буду знать. Они славно потрудились. Смотри, Бикини-Боттом так блестит. Еще один дом, и я наконец смогу распрощаться с мусорной жизнью. Закинем это в грузовик и поехали. Не смейте трогать мои вещи! Это не вещи, Патрик! Это мусор! И его место в мусоровозе! Нет, мое! Лови! О, это весело! Забудь про палку и помоги мне отнести мусор. Фу, предательская палка! Пусти! Губка Боб, помоги! Держи крепче, Губка Боб! Руки прочь от моей мусорки! Патрик, ты что, ходил в спортзал? Да, большое спасибо, что подарил мне абонемент. Не веди переговоров с врагом. Какой же это враг, Сквидвард? Он мой лучший друг. После тебя. Может, оставим Патрику его мусор? Нет, мусорный инспектор велел нам собрать весь мусор в городе. А значит, мусор будет собран. Никто не смеет трогать мой мусор. Так ты хочешь играть всерьез? Пришло время отправить Патрика на свалку. О, Сквидвард, ты сейчас такой грозный. Включить боевой режим. О-о. Тебе последний шанс. Отдай нам свой мусор, или окажешься на помойке сам. О, вот вы, значит, как. Вы просто в атаку.
Поистине, убирать город — это тяжкий труд. Что? Золотые алмазы? Золотой песок! О, нет, обычный песок. Что это было? Величайшее сокровище в мире. Ребенок. Алло? Гоп-кобоп, где моя горчица? Скоро будет, как только мы ее найдем. Люблю вас. Мы никогда не найдем горчичную жилу. О, это еще что? Скорее, Сквидвард, двери закрываются! Это последний сегодняшний поезд! У тебя есть карточка? Да вот она! Скорее, Сквидвард! Сквидвард, тебе следует быть осторожней с дверями в метро. Шахтерский поезд следует со всеми станциями от угольной до известняковой. Следующая станция — Приправная. О, это же наша! Не спи, Сквидвард! О, я нашел майонез. Острый соус. Я нашел кровь. О нет, это кетчуп. Вы близки к цели. Горчица? Я нашел горчицу! 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 Горчица течет рекой! Горчица течет рекой! Ароматной, острой, пряной, золотой! Готов целый день я взбивать соленья! Жир! Звали? Ты не смог бы на секунду зайти в обеденный зал, сынок? Смирно! Жду вашей команды! Это он помял мой почтовый ящик, офицер! Так? Нет, мистер Крабс, я бы так не поступил! Конечно же нет! Слово этого проходимца против твоего, малыш! Они не могут тебя посадить! Он сломал мой фонтанчик. Да-да, это тот парень. Мистер Квадратные Штаны, боюсь, вы арестованы. Да, мистер Крабс, я ничего не делал. Меня подставили. Это не я. Не бойся, парень. Я приду за тобой. Смотрись, мистер Сквидвард. Я еду за губкой Бобом в каталажку. Отправляйтесь за плиту. Тебя что, уже выпустили? О, ты ужасно выглядишь, Губка Боб. Ладно, займись едой, скоро обед. Готовы, наконец?
Губка Боб, что ты натворил? Твои крабсбургеры никому не нравятся. Губка Боб, ты сошел с ума! Спасайся, кто может! Губка-губка! Не бойтесь, офицер. Я поговорю с ним, как губка с губкой. Губка Боб! Губка Боб! Губка Губа! Это уже что-то вы! Скажи, а ты не мог бы спуститься вниз и сдаться в руки полиции? Привет! Ладно, Губа-Губа, понимаю, я оставлю тебя. Скрипи-скрипи! О, тебе нравится скрип? Думал, как решить кроличью проблему. Начнем охоту! Оставайся там, Патрик, у меня идея! В зоомагазин! Патрик, я купил второго кролика, чтобы вымолить первого наружу! Ура! Спасибо, друг. О, кролики. Один, два, три. Много кроликов. Ура! Это последняя морковь. Покойся с миром, огород Сквидварда. Один шаг, и ты станешь шашлычным кроликом, то есть кроличным шашлыком. Что происходит? Не волнуйся, Сквидвард. Мы тебе поможем. Они растут. Служба отлова животных, спасите! Убирайтесь из моего дома! Теперь-то они уйдут! Жаль, что так вышло с домом, Сквидвард. Да, нам рассказали. Тихо, уважаемый, успокойтесь, все хорошо. Я теперь кролик!
приветствую, любезный старый ворчун. Вау! Как... Я купил Гэри новый ошейник-переводчик. Неужели тебе охота с ним говорить? А как же он мой питомец? Я спрашивал Гэри. Мяу. О, эти стены, этот ковер. Как видишь, у Гэри очень тонкий вкус к интерьерам. Неужели? Что ж, устроим ему экскурсию. Эй, я с вами! Ну, а здесь ты можешь увидеть мои величайшие шедевры. Я считаю, что широкая публика до них не доросла. Мяу. О, наивное головоногое искусство. Не слишком-то изысканно. Иди сюда. О, безвкусица. А ну, подожди. Не волнуйся, Сквидвард, я все записал. Почувствуй, как мудрость пронизывает тебя. Ты смотришь эту чушь? Эй, а что в этом плохого? Ничего, ничего. По крайней мере, мозги для этого не нужны. Пойдем, папа Боб, пошли отсюда, а то еще заразимся острым вкусодефицитом. Что, уже? Ах, какая жалость. Не огорчайся, сосед, мы зайдем еще. До свидания, и не позволяйте никому и ничему отвлекать вас. О, не позволю. Спокойной ночи! Спокойной ночи, папа Боб. Сладких снов! Мы еще посмотрим, захочет ли губка Боб разговаривать с тобой после этого. Глупые грабли! Папа Боб! Нет. О, папа Боб! Моя кровать слишком жесткая. Так, сейчас посмотрим. О, знаешь, Гэри, спи в моей кровати. Папа Боб, тут слишком жарко. Вот так. Все равно мне душно. Все равно? Лучше, Гэри. В соседнем квартале вид намного лучше. Хорошо, хорошо. Ой, ну вот теперь можно ехать. Да, о, ты прав, Гэри. Тут и правда чудесный вид. Гэри, Гэри! Стой, тормози. Еще бы чуть-чуть, верно, Гэри? Ой! О, и где же мы теперь будем спать? Ты всегда можешь жить под камнем, как эта бестолковая морская звезда. Съешь ее! Обожаю кино про любовь. Ah!
Сладких снов, милая. Оп. Что-то вытворяешь. Проверяю, спит ли он. Она в режиме сна. О, вот беда, чем опять убегает. Сканирование зрачка. Не шевелитесь. И что же нам теперь делать? К счастью, я захватил это. Полиции удалось поймать на редкость удачный ракурс. Похоже, им удалось поймать и его самого. Дальше справлюсь без тебя. Знаешь, лучше иди первым. Ты не ушибся? Нет! Я стою на месте! Я даже ничего не делаю! Извини! Не верится, что у нас получилось. Доброе утро, Красти команда! Готовы приготовить новую партию крабсбургеров? Чего это вы дымитесь? О, простите, мистер Крабс, мы... Нет, он бредит, он сам не знает, что говорит. Нет, мистер Крабс должен знать всю правду. Мы случайно выбросили формулу крабсбургера, и планктон нашел ее. Вы пытались ее выиграть, но не смогли. Что ты сказал? Планктон украл мою формулу? Да, так и есть, да. Значит, я должен выкрасть ее обратно. Не бойся, папочка с тобой. Домой сейчас же. Мы будем заниматься чем ты захочешь, только пойдем. Я даже поиграю тебе в джаз. Дети любят джаз. Но уже Перл, пошли со мной. Нам давно пора домой. И не захочешь класс. Джаз делает меня ботаником. Ты меня позоришь. Забудь о нем, Перл. Пойдем отсюда. Ура!
даже не знаю. А это не опасно? А, детка, это приливно. Перл, смотри, у меня йо-йо! Дядя любит йо-йо! Ладно, попробую. Раз, два, три! Это просто улет! Дилан, на помощь! Это совсем не приливно! О, нет, она на суше! Ох, и достанется же нам! Бежим, забудь о ней! С тобой все в порядке? О, Сквидвард, я так жалею, что не послушалась тебя. Ничего, главное вытащить тебя оттуда. Ладно, ничего, потерпи секундочку. Потерпеть? Что ты хочешь? Типа, кто тут? Нельзя. Ты что, не видишь, что я пытаюсь читать? Что ты вытворяешь, а? У тебя там ниточка. И что? Я хочу за нее потянуть. Если я тебе разрешу, ты наконец-то дашь мне дочитать книгу в тишине! Ладно, давай быстрей. Я буду с вами через минуту. Такси, брат. Такси заказывал, приятель. У меня ниточка. Мои поздравления. Встречай по одежке. А, нет ничего лучше, только что купленной футболки. Ой, забыл про ярлычок. Я оторву. Свитера. А, нет ничего лучше кашемира. О, в нем жарковато для такой погоды. Я помогу. Да что ж такое? И все такое. Посмотрим, как этот нитковытаскивательный чудак распустит это. Серьезно? Ай!
Прозрачная устрица. Каменная устрица. Гигантская устрица. Эй, ты, а ну с дороги! Даже устрица-парикмахер. Мне под ноль, как обычно. Как же я красив! Ах, мне бы так хотелось рассмотреть устриц поближе. Стой, я знаю! В сезон миграции они голодают. Патрик, это же для устриц! Извини, губка Боб. Патрик! Что? Я не совершен. Зато я сыт. Байки. Сработало! Разве это не чудесно? Что скрыто в Сквидварде? Как Сквидварда ни назови, он... Так, о чем я? Ах, да. Ах, Сквидвард, беспечный танцор, неудержимый дик, как... Ну все, хватит! Захлопните свои ракушки! Что эти моллюски сделали с моим прекрасным домом? Губка Боб, перестань прикармливать устриц! Почему, Сквидвард? Потому что они устроили здесь... Может, я и правда улегся? Я никогда больше не буду чистым! Нет, опять вы! Я только отмылся! Помните, брать чужое нельзя. Ведите себя хорошо, я работать. Нептуна, что творится? Как все эти устрицы сюда попали? Их нельзя оставлять снаружи. Они отнимают у всех крабсбургеры. А что, по-твоему, они делают сейчас? Отнимают у всех крабсбургеры. Да, а у меня деньги. Избавься от них, парень. Ай-яй-яй, не плюйся жемчужинами в мистера Крабса. Жемчуг. Не бойтесь, мистер Крабс, я сейчас же избавлюсь от этих устриц. Не торопись, губка Боб. Что за спешка? Ну, вы велели прогнать устриц, потому что они отнимают еду у клиентов. Эй, забудь про клиентов. Если устрицы продолжат плеваться жемчугом, я богач. Устрички, умнички. То есть, плохие устрицы, глупые, грязнули. Я должен увести отсюда устриц. За мной, устрицы. Стой, губка Боб. Вот так все и началось. Жизнь разбита вдребезги, в гостиной осколки несбывшейся мечты. Без кларнета мир стал пресным и бесцветным. И тут я увидел его, первого подозреваемого. В школе глупости губка Боб получил бы красный диплом. Он точно причастен. Губка Боб, говори, что ты сделал с моим кларнетом. О, Сквидвард, ты такой крутой сегодня. Это что, игра? О, можно с тобой? Я знаю, это ты украл мой кларнет. Хватит вилять, где мой кларнет? Я не знаю. Я не мог его украсть, Сквидвард, у меня есть алиби.
Я провел весь день у бабушки. И вот мои доказательства, видишь? Тут поместится еще один. Парни, железное алиби. Лишь ближайший родственник способен поцеловать этого никчемного простака. Эй, у нас много друзей. Они помогут тебе найти кларнет. У меня нет друзей, только подозреваемые. О, Сквидвард, подозреваемый — это друг, с которого еще не сняты подозрения. А можно? Я помогу тебе раскрыть дело. Можно, можно, можно. Но не путайся под ногами. Да, мы будем играть вместе. То есть, так и быть, партнер, я в деле. В чем дело? Мистер Крабс, что поделываешь? Может, чашечку чая? Не против, если я задам тебе пару вопросов. Итак, где вы были сегодня? Кажется, вы проголодались. Все домашнее. Что ты вытворяешь, Губка Боб? Маникюр? Укладочка? Косметика в баллончике. Одеялка. Новые туфли. Хватит! Эй, она ничего. Клянусь морской солью, что вы здесь устроили? О, мы хороший и хороший полицейский. Прости, Сквидвард, но я не умею быть плохим. Мы разыскиваем мой кларнет, Юджин. Я знаю, что ты вломился в мой дом сегодня днем. Я знаю, что ты его украл, сознавайся. Сегодня днем? Но я был, я весь день был здесь, считал деньги. Вот, посмотри на кресло. Форма совпадает, след теплый, все сходится. Ну ладно, Крабс, мы поехали дальше, на этот раз. Пошли, Губка Боб. Привет! Ну да, преступника всегда тянет на место преступления. Выкладывай, брат, куда ты спрятал мой кларнет? У меня нет никакого брата, а то бы я его выложил. Так и быть, я помогу тебе, приятель. Когда я прилег отдохнуть днем, ты проник в дом через окно, разнес мою гостиную, перепачкал все мерзким соусом и, наконец, украл мой кларнет. О, это не соус, это желе. Оно очень вкусное, от настоящей медузы. Есть только одно место, где бывает медузовое желе. А значит, наш вор... прячется на медузьих полях! Вперед! Уже бегу, партнер. Медузьи поля. Уже на подъезде к полям я смог различить манящие звуки моего кларнета. Мой малыш! Что происходит? Я привидение? Ну вот, скауты, теперь можно передвигаться по кабине. Я лечу! Пульс орехового растения в невесомости остается стабильным. О, я никогда не чувствовала себя такой легкой. Мы остановились. Все закончилось. Я снова дома!
Одну минуточку. Это Земля. А там внизу подо мной Луна. Значит, дерево Сэнди каким-то образом прилетело сюда. По имени Птуна я падаю! Стоп. Кажется, на уроке физики нам говорили, что на Луне я бы весил меньше, чем на Земле. А значит, падение ни чуточки мне не повредит. Завтрак, завтрак, где же завтрак? А, вот же он! Приготовьтесь к запуску. Нет, нет, не запуск, завтрак! Что происходит? Приветик! А я решил сбегать домой. Я забыл очки для чтения. Ты не виноват, Губка Боб. Не нужно было мне делать кнопки запуск и завтрак рядом друг с другом. О нет, Луна сдвинулась со своей обычной орбиты. Это может иметь катастрофические последствия для земных приливов. Что-то у нас сегодня мелковато. Санта, в твоем мешке есть водяные пистолеты? Да, в моем мешке их полным-полно. Давай-ка, Санта, облей меня. О, я понял. Давай побольше, Санта. Остатки шипучего бума оказались отличным ракетным топливом. Ученый-скаут Сквидина. Да, газировка спасла весь экипаж. Ого, а ты покажешь еще ботанские научные фокусы? Конечно, а ты мне свои бесполезные чирлидерские трюки. А ты не хочешь стать ученым-скаутом, Сквидвард? Нет, спасибо. Твоей наукой занимаются одни лунатики. Кстати, о Луне. Интересно, как там дела у Губки Боба? Добрый снов, Земля! Показать мою темную сторону. Когда же вы, наконец, повзрослеете? Оставайтесь с детьми, мне наплевать. А я буду вести себя как взрослый. Так что потише. Сквидвард! Эй, он бормочет и пускает слюни, как ребенок. Не знаю, Патрик, он неважно выглядит. Ему надо к врачу. Так, отнесем его в больницу. Держись, дружище, мы тебя скоро починим. Больница. Итак, какой прогноз, доктор? Ваш друг впал в особое состояние. Диагноз: с головой не все в порядке. Но вы не тревожьтесь, со временем он придет в себя. Но больше по голове его бить нельзя, иначе он таким и останется навсегда. Ухаживайте за ним, как ухаживали бы за своим ребенком, и он поправится. Не надо плакать.
Все будет хорошо. Не бойся, через пару минут он успокоится. Работать! Мы не приняли ни одного заказа! Есть, мистер Крабс! Ты знаешь, что делать. Спасибо, Спиннер, ты настоящий! А? Есть будут здесь или нет? Мы займемся твоим почерком, Сквидик. Испачкали лицо и ноги, но лицо больше. Эй, ты примешь заказ или нет? Для беззащитного ребенка как не стыдно. Ну вот что, мне надоели ваши детские игры. О, Нептун! Что это такое? Что тут творится, говорите? Мистер Сквидвард, где вас воспитывали? Осторожно, голова! Осторожно, голова? Ты лучше на его подгузник посмотри и замени его. Есть, сэр. Фу. Мы тут едим. Простите. Эй, мне надо пройти. Простите. Эй, не мешай. Мне нужен кетчуп. Простите. Так, Сквидик, сиди смирно. Фу. Ты что, совсем спятил? Кто же меняет подгузник перед посетителями? Неси его на кухню, где готовят еду. Ну, хватит! Неси этого почкуна из моего ресторана! Мистер Крабс, если моему почкуну тут не место, то и я ухожу. Сквидвард! Что за... Где я? Что происходит? О, Сквидвард, ты опять стал взрослым! Само собой, что я взрослый! А как иначе? На мне подгузник? Да. Он грязный? Ай! Прости, Сквидвард, я хотел его заменить, но мне... Стоп! Ни слова об этом никому. Никогда. Дети, как быстро они растут. Так, ладно. Сейчас я их... Я даже не знаю, что я с ними сделал. Ну как можно быть таким неуклюжим? Ты разбил мое лицо! Да не стой ты как столб! Помоги мне! Позови доктора! Привет, Сквидвард! Я так долго тренировался приземляться на спину! Он сегодня не сможет тебя принять. Я сейчас буду снимать с него бинты и обещал ему, что ты даже на 3 метра к нему не подойдешь. А что, уже прошло 2 недели? Не волнуйтесь, док! Я обещаю, что не буду мешать! Хорошо, но если ты будешь стоять с другой стороны... О, ладно. Я не верю в это. Спанч Боб? Да. Ну, как я выгляжу? Святой Нептун. Давай, расскажи мне, я вынесу. Пора принимать лекарства, мистер. Красавчик! Как она меня назвала? Красавчик, но она ошиблась. Быстро передай мне зеркало. Что? Подожди минуточку. Медсестра не ошиблась. Я правда красавчик. Сквидвард, ты не красавчик. Ты супер красавец.
твой педикюр, Сквидвард. Не забывай наслаждаться своей красотой. О, не забуду! Красавчик! Пожалуй, пора идти приветствовать поклонников. Спанч Боб! Ты должен помочь мне! Они украли мою пену для ванны. Публичная жизнь оказалась слишком тяжелой. Я хочу назад свою прежнюю жизнь. Я знаю, что нам нужно делать. Что ты наделал? Ты же знаешь, как много красти краб значит для меня. И ты без моего ведома привел сюда всех этих покупателей ко мне. Эй, не волнуйтесь, ребята. У меня тут очень много Сквидварда. Так что вставайте в очередь и доставайте свои блокнотики. Всего-навсего за $14. У вас будет уникальная возможность дотронуться до Сквидварда. У вас очень мало времени. Возьми эту дверь и измени меня обратно. Доплатив всего лишь $3, вы получите еще и напиток. Давай, Спанч Боб, бери эту дверь и разбей мне лицо. Я не могу. Тогда я сделал это случайно и никак не могу ударить тебя нарочно. Или ты меня ударишь, или я тебя так ударю. Что ж, ладно. Только не стесняйся, Спанч Боб. Ударь меня со всей силы. Пожалуйста, помни, Сквидвард, что мне от этого будет в 100 000 раз больнее, чем тебе. Ладно, я это запомню. Эй, я не был готов. Ты не мог бы подождать пока... Держись, очень скоро ты будешь выглядеть как раньше. Нет, еще слишком красивый. Никак не получается. Может, нужно бить посильнее? Подожди секунду. Да, я... Сквидвард, теперь ты стал даже еще красивее. Толпа сейчас разорвет тебя. Что ж, Спанч Боб, из-за тебя произошел весь этот бардак, и теперь ты должен все исправить. Я знаю, Сквидвард. Сейчас придумаю. Мне нужно... Свое лицо. Кажется, мне приятно это слышать. Эй, чем ты занимаешься? Лимоны кончились, вот я и выжимаю машинку. Не получится. Что? Боюсь, шланга тут маловато. Ваш заказ? Очень вкусно! Здравствуйте! Что вы продаете? Боб, подмени меня, я раздобуду еще. Легко, приятель. Я же сказал, что не стану. Вы не одолжите мне немножко чернил. Хе-хе-хе.
Спасибо! О, тебе стоит раздобыть побольше черного лимонада. Да, 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 еще. Кис, 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 кис. Эй, кис, кис, кис. Кто хорошая киса? Я не выношу пауков! Но! Спасибо! Пожалуйста, не надо! Я схожу с ума. Я не понимаю, что реально, а что нет. Я привидение в скатерти. Только не зловещие детские мелодии. Спасибо, папа! Что, Красти Краб? Как я здесь оказался? Я не хочу знать, что за дверью! Ой! А? Но этот номер должен выйти только через 60 лет! А? О! Не могу смотреть! Мне очень страшно! Пожалуйста, не надо! Чем могу помочь, юноша? Если ты хочешь черного лимонада, становись наконец в очереди. Вот, ты что же думаешь, что ты умнее других? Что? Черный лимонад? Вы продаете мои чернила как напиток? Да! А, да, вот это жизнь. И никакого губки Боба поблизости, чтобы все испортить. Ух ты, операция! Надо же, в первый день. Боб, нет! Что ты здесь делаешь? Баю-бай, мистер Тентаклс. Подождите, нет! Здравствуйте, друзья! Привет, доктор Боб! Доктор, пациент перед вами. Вы можете приступать. О, нам не терпится узнать, какой инструмент вы выберете. Так, так, посмотрим. Я выбрал! Давай, Губка, ты справишься. Сделаем разрезик здесь. Нет, нет, нет. Это еще что? Вот так лучше. Можно мне ножку? Ага. Суши. Приятно иметь дело с цельной личностью. Спасибо! Ну-ка еще разок. Заказ
Сейчас готов! Ай! Это тут откуда? Что? Сестра, губку. Благодарю. Мне не видно. Я хочу посмотреть. Все равно не видно. Будите пациента. О, что? Что случилось? Я провел операцию, глупыш. Посмотри. Губка Боб, ты дубина. Я хотел совершенно не такой нос. Ну что же ты не сказал? Сестра! Стойте, нет. Я хочу другого доктора. Я... Нет! Хватит! Я больше не хочу менять свой нос! Губка Боб, я согласен на все, что угодно! Как насчет классики Сквидварда? А, неплохо! Он выглядит лучше, чем мой прежний нос. Правда, пришлось использовать другие части твоего тела. О, как поздно! Пора на работу! Но вы же доктор, вы и так на работе! Нет, я обычный повар, но с вами было так весело! Пока! Повар? О! Не волнуйтесь, девушки, этот красавчик абсолютно свободен. Я уже почти опоздал, а эта машина не доставит меня в Красти Краб? Давно хотел ее испытать. Что ж, полезай. Иди туда, Спанч Боб. Держись. Сэнди, немного щеку. Ну, снова каторга. Привет, Сквидвард! Вперед, назад. Что с ней такое происходит? Что такое? Сэнди. Не могу сказать уверенно, но во мне как будто произошли изменения. Да и во мне тоже. Эй, что ты делаешь моей рукой? Что я делаю твоей? Это что это? Мы перемешались! Это чудовищно! Завтра концерт, как я буду исполнять соло? Ну, не все так плохо, Сквидвард. У нас будет возможность подружиться, ведь придется все делать вместе. До самой смерти! Сэнди, твоих рук дело. Ну-ка, скорее расцепи нас. Ну как, я не знаю. Делай что-нибудь быстро. Я не желаю оставаться с ним. Может, попробовать еще раз засунуть вас в телепортатор? Не лучшая идея, ну ладно. Что ж, нечего бояться. Итак, дети, сегодня у Тимми день рождения. Его ждет подарок. Держи, Тимми. Ничего не получилось, я все еще с ним. Мне ужасно жаль, ребята. Слушайте, я тут работаю над проектом нового изобретения, но он еще в эмбриональной стадии. Делай, что хочешь! Сольный концерт на носу, я не могу выступать так! Я сейчас же возьмусь за дело, а вы, ребята, пока не опускайте головы! До самой смерти! Катастрофа! Леди и джентльмены, развлекательный центр Бикини Боттом с гордостью представляет... Сквидвард!
Дорогой, я боюсь. Ужасно, ужасно. Вау! Монстр на дудке играет! Да! Вау! Очень смело! Я такого в жизни не видела! Надо же! Им это нравится! Я тут, Сквиди! Они рады! Суперслава! Должно быть, именно так она выглядит. Итак, она чувствуется, может, так звучит и пахнет именно так. Ух ты! Это похоже на галлюцинацию. Ну, наконец! Я здесь, ребята! Кажется, успела вовремя. Они... Один выстрел из молекулярного сепаратора, и вы освободитесь друг от друга. Не нужно! Надо же! Злое! Так неинтересно! Меня сейчас тошнит! Да, пойду я отсюда! А? Нет, стойте, стойте! Я слышал и похуже! Да, хуже не бывает! О, мой единственный миг славы! Украли! Должен быть способ вернуть все назад. Нет, Сквидвард, это очень чувствительный прибор. Сквидвард, а может я... Что ж, в чем, по-вашему, проблема, мистер Тентиклс? Все началось с моего рождения. Я уеду далеко-далеко, как можно дальше от этих чудищ, которые смотрят мой телевизор в моем доме. Фа. Да музыку им не понять, даже если она рухнет на них, как куча цемента. Я блуждаю по дну. Мне одиноко, я устала, хочу есть. Единственный плюс, что нет Спанч Боба. Медузьи поляны? Что это, а, Патрик? Не знаю. Надо поглядеть. Здравствуйте, незнакомец. Я Спанч Боб. Эй, постой-ка! Может, он и не монстр? Может, это какой-то вымирающий вид? Мы ему поможем! Да, поможем! Уходи! Ты тут никому не нужен! Ты вымирающий! Нет, не так! Тут нужна любовь и забота! Мы им займемся! Мы пришли, Ванючка. Твой новый дом. О, это будет здорово. Мы будем как одна большая семья. Давай я тебе все покажу. Это твоя постель. А вот твоя миска. Твоя еда. Можешь остаться здесь навсегда. Опа, смотри, это слезы радости. Но знаешь, ты должен еще кое с кем познакомиться. Гэри, Ванючка. О, смотри, ты нравишься ему. Гэри, нет! Я в городе не место, я его увожу. Вперед! Запах. Ванючка!
такое, но гадость редкая. Ты абсолютно прав. Кетчуп нужен. Никто этого не заслуживает. Даже такой уродец, как Вонючка. С этим надо что-то делать. И я знаю, что именно. Не нужно бояться, милый. Мы пришли вытащить тебя отсюда. Понятно? Скоро ты будешь дома. Как он радуется. Открывай, Патрик. Вонючка, ты свободен. Вы окружены, не пытайтесь бежать. Бежи, Патрик. Где это мы? Надо у них спросить. Простите. Эй, как вы похожи! Что ж, иди к своим родичам. Смелей, Вонючка. Знаю, ты считал нас своей семьей, но так будет лучше. Я буду скучать, Спанч Боб. Я тоже, приятель, я тоже. Но он вернулся в свою стаю, там его место. И нам тоже пора вернуться на свое место. Здравствуйте, дети мои. Вы готовы слушать легкий джаз? Здрасте. О боже, что за бред? Вы проиграли. Ты видел, Спанч Боб? Я почти схватил с первой попытки. Я свое дело сделал. Неспроста меня многие называют Сквидвард, ловкие щупальца. Пожалуй, и я попробую. Удачи, если... Вы выиграли. Это Мишка. Я назову его Берри. Новичкам везет. Что ж, теперь очередь мастера. Хватай. Неудачник. Ого, Сквидвард, ты его перевернул. Для этого нужна особая ловкость рук. Спасибо, я и сам это знаю. Берри говорит, ему скучно. Ничего, Берри, я достану тебе друга. Ха, уж не думаешь ли ты, что еще раз... Вы выиграли. Вот твоя подружка. Просто я уже освободил ее. У тебя бы ничего не вышло, если бы не я. Конечно, спасибо тебе, Сквидвард. Я уверен, что выиграю с первой же попытки. Вот только найду... Всего четвертак. Эта штука лучший в мире источник дохода. Ха, я не дурак. Меня на такой обман не купишь. Хоть раз. Прошу, умоляю, всего один раз. Сквид, кажется, у тебя проблемы. Нет у него проблем. Не слушай его, Сквидвард. Играй до победного конца. Что это? Закладная на дом. Вот и хорошо. Играй. Если бы я выиграл всего раз, я бы больше не играл. Эй, хочешь, я открою секрет, как обыграть эту машину? А что, есть секрет? Угу. Открой мне его. Ты готов стать победителем? Да. Да? Да. Да? Да. 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 Спанч Боб, секрет. Хорошо, Сквидвард, ладно. Я смотрю на кран, опускаю монетку и закрываю глаза.
Закрываешь глаза? Тихо, Сквидвард, я становлюсь краном. Что за чушь? Вы победитель. Видал? Попробуй. Это просто смешно. Если я закрою глаза, как я узнаю, куда... Сквидвард, ты хочешь выиграть? Да, хочу. Тогда опускай монету. Но это последнее. Опускай, Сквидвард. Ладно, ладно. Закрой глаза. Становись краном. Ты кран. Ты кран. Ты кран. Вы победитель. Да! Я знал, что сумею. Ха-ха-ха! Я победитель. Победитель! Итак, я победитель. Кто я? Кто я? Кто я? Победитель! Спанч Боб, смотри! Эй, Сквидвард, вряд ли тут годится этот принцип! Быть с краном! Стой, Сквидвард! Быть с краном! Эй, вышло! Да, Сквидвард! Быть с краном! Быть с краном! Ты с ним знаком? Да, это Сквидвард! У него особый дар! Та-дам! Ау! Сквидвард, открой глаза! О! А, быть краном, быть краном! С дороги, Спанч Боб, я не могу остановиться! Быть краном, быть краном, быть краном! Все, не быть краном, не быть краном! Похоже, дело плохо. Пора удирать, Тедди. Это куда ты собрался, краномастер? Никуда ты не пойдешь. Я тебя спасу, приятель! Держись! Кажется, я умею цеплять только игрушки. Что такое, недотёпы? Тайный ритуал. Теперь ты наш президент. Я? Президент Бикини Боттом? Я знал, что когда-нибудь народ одумается. Глупенький, ты не президент Бикини Боттом. Ты гораздо круче. То есть? Теперь ты президент Тайного Королевского Ордена Ложи Хороших Соседей. А? Что? Небось, вы сами выдумали этот дурацкий клуб. Кто? Возможно. Но это секрет. Чудно. Вот мой первый президентский указ. Вот что я велю. Пойти покрасить все листья на деревьях, чтобы наш район стал красивее. Все, пошли, 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 пошли. На это у них уйдет не один выходной. В какой цвет нам покрасить листья, ваше президентство? В горошек. Все, пошли вон. Вау! В горошек! Наш новый президент – гений! Ага! До встречи, Сквидвард! От моего выходного осталось всего 3 часа. Они его уничтожили. Я даже не прочел воскресную газету. Вот твоя воскресная газета, Сквидвард. Наслаждайся, с любовью, Спанч Боб. Хорошие соседи, тоже мне. Что это? Отвадьте непрошенных гостей навсегда. Новая охранная система 5000. Установка бесплатная. Система активирована. Ну, вот и расчудесно. Посмотрим теперь, как эти недоумки сюда пролезут. Президент Сквидвард! Что за? Мы пришли вручить вам этот вкуснейший торт. Прости, что так сильно докучали тебе. Охранная система! На помощь! Тревога! 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 Да что с тобой? Угроза не обнаружена. Ты проклятая штуковина! Я отправлю тебя назад к тому олуху, что тебя продал! Угроза обнаружена.
Спасайся, кто может! А? Что ты делаешь? Ай. Огонь! О, дом Сквидварда разрушает наш район. Нужно выключить эту штуку. Нет, не то. Нет. Нет. Это тоже не то. Что может быть чудеснее отдыха в выходной день? А? А? Где же искать? Очень подозрительная кнопка. Получилось, Патрик! Президент Сквидвард? Нет, нет, ничего не говорите. Это все моя вина. Я виноват в том, что хотел отдохнуть в выходной. Но теперь я очень прошу вас уйти, чтобы я мог подготовиться к завтрашней работе. Мистер Президент? Нет. Но мы только хотели... Прочь из моего дома! А? Это он! Простите, это ваш дом? Да! Да, он мой! В таком случае, от лица граждан Бикини-Боттом, я вручаю вам это требование. На возмещение урона нашему городу вы будете заняты на общественных работах все выходные до конца жизни. Эй, Сквидвард! Ты тоже такое получил? Вот нам повезло! Мы втроем будем убирать Бикини-Боттом! Ну, до встречи в выходной, президент Сквидвард! Сквидвард, у тебя нет радостных воспоминаний? Ну и что? Как можно жить без радостных воспоминаний? Ты, наверное, плачешь, чтобы уснуть. Я слушаю, как ты плачешь. От радости, Сквидвард, от радости. Так, мне не нужны воспоминания. Возвращайся на свою фабрику-кухню и оставь меня в покое. Понял? Привет, мне, пожалуйста, один крабсбургер. Ясно, кто-то другой примет у меня заказ. Я подожду. Ты прав, Губка. Нет у меня радостных воспоминаний. Это ужасно. Ничего, Сквидвард, я помогу тебе создать радостные воспоминания. Правда? Думаешь, получится? Нет проблем. Ой, это противоречит здравому смыслу. Ну уж ладно. Скажи, зачем мы пришли в музей? Ну ты же любишь изобразительное искусство. Может, здесь формируются воспоминания? Молодец. Я должен смотреть на картины добившихся успеха, а сам я ничего не достиг. Мои вещи никогда не выставят в этом... Ой, что это? Это моя скульптура. Как она сюда попала? О, вы как раз вовремя. Цените, это Сквидвард Тентакл, создатель этой вещи. Ого! Твоя работа в музее, Сквидвард? Надо же, даже не верится. Наверное, это оно. Радостное воспоминание. Да. А теперь автор перформанса Фиаско скажет несколько слов об этом произведении. О, сам Фиаско говорит о моем искусстве? Сквид, Вард, Форвард, пламя моего огнемета! Ну вот, расплавил. Сквидвард Тентаклс сожжено Фиаско. Не самое радостное воспоминание. Тут пахнет дымом. Тебе нужен свежий воздух. Странно. Готов поклясться, я выбросил этот гадкий телефон. А, да, это факс. И зачем я его только купил? Привет, Сквидвард. Да, трудно с тобой связаться. Ой, горелым пахнет. Да. Спасибо, что зашел. Спасибо, Гэри. Надо придумать, как подарить Сквидварду радостные воспоминания. Штаны у меня, может, и квадратные, но думать пора нестандартно. А ты
Ты не Губка Боб? У меня посылка господину Сквидварду Тентаклизу. Тентаклсу, да, это я. Получите. Спасибо. От кого не написано. Не сомневаюсь, внутри спрятался Губка Боб. Ой, ну ничего не поделаешь. Попался, а? Пустая, пустая. Как моя жалкая жизнь. Впереди у меня тьма и больше ничего. Здрасте, краб. Ты... Сюрприз! Знаешь, я решил, что тебя обрадует праздник. К сожалению, все, кого я позвал, заняты. Но это ничего. Я вспомнил, как работать с папье-маше. На празднике будет твой любимчик. Я! С днем радостных воспоминаний, Сквидвард. Ну что скажешь? Радостное будет воспоминание. Ты, наверное, не понимаешь, Губка. Мне не нужны никакие радостные воспоминания! Ну как, нравится закуска? Как мне радостно! Вот оно, мое радостное воспоминание! Какой же он хороший! В лодочной школе. Ну ладно, это всего лишь день из твоей жизни, Сквиди. Может, не все так плохо. О, Сквидвард, привет! Я этого не вынесу. Доброе утро, класс. Ребята, пожалуйста, садитесь. Сквидвард, садись. Садись. Простите, похоже, что здесь не осталось свободных мест. Но есть одно рядом с Губкой Бобом. Как ты смеешь, Губка? Все в порядке, Сквидвард. Мы одноклассники сегодня. Я научу тебя всему, что я знаю, и потом мы с тобой... Мы с тобой ничего не будем, потому что нет такого понятия «мы». Ты понял? Соблюдаем тишину, класс. О, я все понял. Все понял прекрасно. Одноклассник. Ну ладно, класс, познакомимся с новыми ребятами и расскажем, почему мы обречены... То есть, почему мы записались в лодочную школу. Я превысил скорость. Хорошо, еще. Я не понял, что здесь хорошего? Нет, я не хотела вас... Это уже не важно. Еще. Я здесь, потому что... Мы все знаем, почему ты здесь, Губка Боб. Может быть, вы, сэр? Кто я? Да, расскажите, пожалуйста, классу, почему вы здесь с нами сегодня? Почему я? Ну ладно, я вам расскажу. Я хотел убраться от него. Он отравляет мое существование. Ваше тоже? Я, то есть, хотела сказать. Прошу, подойдите к доске и нарисуйте диаграмму этого инцидента. С радостью. Все началось, когда я вышел из дома. И затем он пришел. Он повернул направо и припарковался здесь. Почувствовав его приближение, я посмотрел в две стороны и выбрал безопасный путь к лодке. И затем я понял, что он находится на небезопасной дистанции. Поэтому, чтобы обеспечить оптимальные условия вождения, мне пришлось совершить эти нарушения. Немного превысив скорость, я обеспечил безопасную дистанцию, чем привлек внимание проезжавшего офицера дорожной полиции. Теперь поедем спокойно и ровно, Губка Боб. Что нужно сделать, чтобы выехать за поворот? Нажать на газ? Молодец. Аккуратно, очень медленно. Губка Боб, осторожно! Губка Боб, дай руль! Я держу! Я держу! Дай! Просто отпусти! Боже мой! Хулиганы! Берт и Марк.
товар? Распродажа. Маскарадные костюмы. Не парковаться. Ладно, класс, пришло время сдавать экзамен. Пожалуйста, достаньте ручки. Эй, одноклассник, если нужна помощь, я писал этот текст уже сотню раз. Сколько раз тебе нужно повторять? Я не твой одноклассник. Мне не нужна твоя помощь. И мне не нужен ты. Никогда. Так что дай мне написать этот тупой тест, чтобы я вышел отсюда и больше никогда тебя не видел. Ладно, Сквидвард, если ты так хочешь. Спасибо, Олух. Осталось 3 минуты, класс. Губка Боб. Губка Боб, мне нужна твоя помощь. Осталось 2 минуты. Губка Боб, прошу, это очень важно. Ты сказал, Сквидвард, что тебе не нужна моя помощь и что я тебе не нужен. Нет, нет, я не говорил, никогда не говорил. Мне не нужна твоя помощь и мне не нужен ты, придурок. Ладно, я так сказал, но это было до того, как... До того что? До того... Одна минута. До того, как мы стали одноклассниками. Да! Все, класс, время вышло. Оно не могло выйти, я еще не заполнил ни одного ответа. Что же мне теперь делать? Ты сделаешь то же самое, что и все, когда они сдают тест. Сдашь в другой раз, через неделю. Через неделю? Не волнуйся, Сквидвард, я ни разу правильно не сдал тест. Так что попробуем через неделю у миссис Пап в лодочной школе. Сегодня в Сквидвард-чате мы обсудим очень важную для меня тему. Недооцененные артисты вроде меня. Сквидвард по телеку? Сквидвард! 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 Тебя показывают! Честное слово, пошли! Я знаю, видишь камеру? И тебя тоже. Телевизор! Чудик! Как я уже говорил, сегодня в Сквидвард-чате мы обсудим... Я сказал Сквидварду, что его показывают. Он сказал, что меня тоже. Теперь, значит, и тебя. По телеку! Привет, зрители! Мой рот показывают по телеку. Отвратительно. Губка Боб, иди, попробуй. Патрик, Губка Боб, а ну слезайте с телекамеры. Сейчас же убирайся! Зачем? Если тебе так нравится телекамера, становись телеоператором. Телеоператором? У Сквидварда свое телешоу? Придется потерпеть, Патрик. Итак, если мне больше не будут мешать... Питайтесь в Красти Краб. Заказывайте крабсбургеры. И помните, мы меняем масло раз в месяц. Крастикраб, Крастикраб, к нам приходи и денежки неси. Ну и дела, я и то лучше танцую. Папа, я забираю твой кошелек. Танцы, значит? Фу, какая же это гадость. Тут не танцы, а моя суперкричалка нужна. Скажи, Пэ. Позор! Я могу в 1000 раз больше всем насолить. Карен, куда ты девала мой лазер? Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Я очистился! Бой смелым бой! Бой смелым бой! Бой смелым бой! Ешь чамбакет или конец! Убирайтесь отсюда! А по-моему, это шоу просто отличное.
если верить нашим последним рейтингам. По меркам общественного телевидения это много. Все отлично работают. За исключением тебя, тебя, тебя и тебя. Меня? А теперь хит общественного телевидения на протяжении уже 20 недель. На новоселье у Сквидварда. Ведущий... Зевс-повелитель гитар! Привет, бикини-ботом! Внимание, сейчас будем отрываться а-ля Сквидвард! Спасибо! Благодаря вам мы стали номером один! И я наконец-то купил новую гитару! Спасибо, Сквидвард! Начинаем балдеж! Ну, я весь внимание. Чего тебе, Спанч Боб? Знаешь, какой сегодня день? День трёпки моих нервов. Нет, дружище, это 15-го. А сегодня начало борьбы за звание лучшего служащего месяца. Спанч Боб, да эта награда сплошной обман. Почему это? Мистер Крабс награждает тебя, чтобы ты усерднее работал за те же деньги. Ошибаешься, Сквидвард. Это награда за усердную работу. И даже ты мог бы ее получить. Зачем мне это? Чтобы мой портрет висел на этой доске позора? Сквидвард, что ты такое несешь? Достойная оценка твоей работы – это вовсе не позор. Это, возможно, единственное, ради чего стоит стараться. Точно, Спанч Боб. Ее не так просто заслужить. Побеждает лучший. Гляди в оба, Спанч Боб. Сквидвард, того и гляди, вырвется вперед. В этом месяце на доске почета может появиться новое лицо. Старайся, Спанч Боб. Не то я и правда тебя обскочу. Боб, что тебе здесь нужно? Ты не получишь награду, если опоздаешь на работу. Хватит, Спанч Боб. Хотел бы я получить награду, я бы ее получил с переломанными щупальцами. Это можно устроить. Да ты сумасшедший, Спанч Боб. Возможно, но я был лучшим служащим месяца 26 раз к ряду. Ты что, хочешь сказать, что работаешь лучше меня? Я был лучшим 26 раз, и завтра им стану в 27-й. О, все, квадратноголовый, с меня хватит. Я покажу тебе, как легко получить эту награду. Я стану лучшим служащим этого месяца, просто чтобы доказать, что могу работать лучше, чем ты, если захочу. А я приду раньше и вымою. Упал. Вот тебе наука. Спанч Боб, я отомщу тебе. Неудачник? Сам неудачник. Хе-х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 е
Вид служащих, спешащих на работу, приятно греет мой бумажник. Что это вы так рано? Стойте! Вот, мистер Крабс, я вымыл пол. А я столы, мистер Крабс. А я тарелки, мистер Крабс. Что тут происходит? Я изобрел новый способ мыть посуду, мистер Крабс. О, нет! Цветы и шоколад для вас, мистер Крабс. Вот, я кладу в кассу собственные деньги, мистер Крабс. Две лопатки, чтобы повысить производительность, мистер Крабс. Быстрее, Спанч Боб, быстрее! 6 щупалец, 6 лопаток, мистер Крабс. Тебе за мной все равно не угнаться, Спанч Боб. Барни, Барни, Барни! Ой, Боб! Спасите, нет! Лучший служащий месяца, мистер Крабс. Нет, я разорен. Мои краббургеры. Выметайтесь. Но... Нет, вы немедленно уйдете отсюда вон. Скидывайся на нас, Сквидвард. Сквидвард. Так, ну ладно. Похоже, его сейчас нужно оставить одного. Мы пока сходим в зоопарк. А там есть такие миленькие морские конечки. О, да, они очень милые. А такие маленькие гребешки, которые щиплют за пальцы, если ты их кормишь. О, да. А можно с вами? Патрик, ты заметил, что Сквидвард вроде бы как-то изменился? А? Новые очки? Нет-нет, он как-то стал счастливее. Спокойной ночи, Бикини Боттом. Я люблю тебя! Наверное, он счастлив, потому что купил новые очки. Что ты здесь делаешь? Ты был прав, Спанч Боб. Безусловно, смотреть восход солнца вместе гораздо лучше. О да, я забыл. Это же новый Сквидвард. Пора мне собираться на работу. Ух ты, а новый Сквидвард вроде дружелюбный. А новый Сквидвард вроде услужливый. А новый Сквидвард вроде заботливый. Ой, а новый Сквидвард вроде общительный. Ну, как тебе вечеринка, Спанч Боб? Ну, как тебе тортик, Спанч Боб? Все хорошо, Сквидвард. Все очень хорошо. Как же здорово быть работником месяца! Ну и что, что новый Сквидвард шеф-повар лучше, чем ты? Это уже не важно. Ну и что, что Сквидвард стал лучшим работником месяца? Ну и что Сквидвард скачет на прыгунке с твоим лучшим другом? Скачет на прыгунке с твоим лучшим другом? Ты можешь забрать мою работу. Ты можешь забрать мое место работника месяца на доске почета, но никто, то есть никто не будет скакать на прыгунках с этим парнем, кроме меня. Теперь
сделай огромное одолжение и иди домой! Вон! Знаешь, Патрик, наверное, я слишком жестоко обошелся с новым Сквидвардом. То есть, может, он и правда хороший шеф-повар, и пусть его фотография висит на стене, но у меня все равно есть мой самый лучший на свете друг. Я знаю, я извинюсь перед ним. Пойдем. Я хочу сказать, что мне стыдно, что я был таким эгоистичным и накричал на тебя. То есть, кому нужны эти готовки, фотографии на стенах и танцы? Нам же это не важно, правда? Так что давай мы прошлое оставим в прошлом и скорее начнем все сначала. Что скажешь, приятель, по рукам? Он слишком гордый. Ой, кажется, я понял, на что он намекает. Давай пять, друг! Я тоже так танцевать хочу. Спанч Боб, Патрик, вы все еще никак не уйдете отсюда? О чем это ты говоришь? А что это у тебя за бредовые идеи? Привет, как поживаешь? Что все это значит? Ты посоветовал. Теперь я нормальный. Привет, я нормальный. Нормальный, да? Да. Да неужели? Да. Мне все равно. Я знаю, что ты все равно скажешь какую-нибудь глупость. Прекрасная погода сегодня. Да, правда. Ну ладно, увидимся. Да, я... Увидимся. Интересно, что нашло на губку Боба? И что это за дом? Чей он может быть? Привет, как поживаешь? Привет. Привет, как поживаешь? Хорошо, вот решил немного попить водички. Прекрасная погода сегодня. Несомненно. Ну ладно, увидимся. Да, увидимся. О боже, к этому и привыкнуть можно. Держите, сэр. О да, уже пора. Я все хотел сказать тебе. Я тут начал ценить твою дружбу недавно. А знаешь, очень забавно, Сквидвард. Я сгладил углы своей личности, а остальное приложилось. Теперь я стал совсем нормальным. Это невкусно. Я больше не буду тратить здесь свои деньги. Никогда? Пойдем, ребята, тут нас кормят какой-то бумагой. Стойте! Почему вы уходите? Боб-кабаб! Что ты наделал такое? Ты думаешь, покупатели будут есть это? Теперь из-за тебя они все уплывают! Может быть, что-то с компьютером? Нет, малыш, ты не понимаешь. Нельзя делать крабсбургеры только из бумаги. Ты должен свое сердце вкладывать. Теперь давай, делай все правильно и перестань быть таким странным. Это я не странный. Привет, как поживаешь? Не думал, что я когда-нибудь скажу это, но прошу, заходи, губка Боб. Спасибо. Скажи, что ты делаешь в доме, когда погода на улице такая нормальная? Ну, сегодня полевой день. Я вытираю пыль с 480 своих портретов. Ух ты, такое вряд ли увидишь в каждом доме. Знаешь, губка Боб, это нормально, совсем немного отличаться. А знаешь что, все-таки в тебе ненормально. Твой нос, он длинный и болтается. И глаза слишком большие тоже. Над твоим лицом можно поработать. Вот, ну вот, готово, смотри, ты уже нормальный.
Еще кое-что, Сквидвард. Ты без трусов. Не подходи к моему дому! Так-то. Что происходит? Что случилось? Я не знаю. Наверное, я стал навсегда нормальным. Убирайся, не нужно! Это я, Сквидвард. Я ищу губку Боба. Привет. Как поживаешь? Боб, ты снова стал квадратным. Ух ты! Думаю, нормальный вид Сквидварда напугал меня до первоначальной формы. Спасибо, приятель, ты спас мне жизнь. Прекрасная погода сегодня. Несомненно, приятель. Несомненно. Здорово, да, Сквидвард? А то днем некогда помыть потолок. Открыто, круглосуточно. Кому это надо? Зачем? Какой же идиот в 3 часа ночи ест? Ой, уже 3 часа. Ты только посмотри! Это же какой-то кафе-призрак! Очень смешно, Спанч Боб. Что? Свет то включается, то выключается. Ну да, как в моей истории. А как ты это делаешь, не касаясь выключателя? Я ничего не делаю. Это должно быть дурацкая проводка. Даже она не выдерживает круглосуточной работы. Да, что? Алло! 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 Меня не проведешь, Сквидвард. В каком смысле? Зазвонит телефон, но говорить никто не будет. Опять разыгрываешь? Спанч Боб, это не я, клянусь. О, спокойно, спокойно. Все-таки что это? Свет гаснет? Телефон? И по стенам струится зеленая тина! Нет, стоп, с них всегда течет. А что же тогда третье? Оказывается, они и ночью ездят. Не ездят. Кажется, кто-то вышел. Свет звонит, телефон гаснет, кто-то струится! Гарри, рубленное мясо! Наконец-то дошло! Мы погибли! Нет, это не он! Я лучше буду думать, что это ты пошел от скуки, переоделся поваром-призраком и встал на той стороне улицы, чтобы повеселить меня! Скажи, что и ты так думаешь! Спанч Боб, в твоей версии 2 неувязки. Во-первых, я тебя ненавижу. Во-вторых, как я могу быть там, если я стою здесь перед тобой? Гарри, рубленное мясо! Спанч Боб, забудь, что я сказал. Я тебя по-своему люблю. Можно я возьму твой кларнет, прочищу туалет? Что? Я бы хотел здесь работать. Я даже принес свою лопатку. Я звонил, но не смог говорить. Я очень волнуюсь. А рекомендации есть? Стойте! Если вы звонили и вы были в автобусе, то кто же тогда мигал светом? Граф Дракула! О, пятно! Надо бы протереть!
С 1 апреля! Ой, белый! Бедный белый! Я тебя поймаю, Спанч Боб! Виноват! С 1 апреля, маленький шутник! Спанч Боб, я же пошутил! Вы же знаете, это была просто шутка! Верно? Ну и ну! Бедняжка! У этой каракатицы явно не все дома. С 1 апреля. Гад. Постойте, не уходите! Ты мерзавец! Нет, стойте! Я же просто пошутил! Ну вот. Почему все мои шутки выходят боком? Я не хотел его обидеть. Пожалуй, мне перед мальчонкой следует извиниться. Просто сказать «я извиняюсь». Это труднее, чем я думал. Что нужно? Спанч Боб, я просто хотел извиниться. Что? Пытаюсь сказать извини. Что? Хочу сказать извини. Должен быть способ полегче. Ну, открой бутылку. Не могу, у меня нет штопора. Спанч Боб, я... Спанч Боб, я собираюсь тебе сказать, что хочу... Прости. Ну вот. Я не понял. Неважно. Я сказал, моя совесть чиста. Надо сильно постараться, чтобы он заплакал. Ага. С 1 апреля. Гад. Мерзавец! Ну ладно, ладно, прости, прости. Признаю, виноват. Я не хотел тебя обидеть, Спанч Боб. Ты мне нравишься. Счастье быть твоим соседом. Просыпаться по твоей пароходной сирене. Засыпать под хихиканье. Мне нравятся Гарри, Патрик, Сэнди, мистер Крабс и все прочие типы, с которыми ты знаешься. Сквидвард, это правда? Да, да, Спанч Боб. Это правда. Даже насчет фасоли и тех гонок? Гонок? Да, да, неважно. Обещай никому не рассказывать. Обещаю. Честно? С 1 апреля. А, именно, с 1 апреля я вас всех разыграл. Что бы мы без него делали? Горячая пицца, вот так пицца, изумительная пицца. Кости и краб, пицца для вас.
специально для вас. Боб, я умираю с голоду. Помнится, первые поселенцы в трудные времена питались кораллами. Нет, кажется, не кораллами. По-моему, илом или песком. Дай сюда пиццу. Стой, я вспомнил, точно, кораллами. Дай пиццу. Нет, она для заказчика. Ты прав, она для заказчика. Да. Может быть, нам взглянуть на нее? Проверить, все ли в порядке. Ну? Открой-ка. Все в порядке. Ах, нет, я что-то заметил. О, наверное, мне показалось. Пицца выглядит нормально. Я бы даже сказал, отлично выглядит. Да. А это что? Неужели сыр? Да. И колбаска. Да. О, должно быть вкусно. Даже не надейся. Я знаю, к чему ты клонишь, Сквидвард. Эта пицца не для тебя. Дай ее сюда. Нет. Ты же не хочешь, чтобы я отобрал ее силой? Попробуй. Вернись, Спанч Боб. Отдай мне эту пиццу. Нет. Спанч Боб. Нет. Спанч Боб. Нет. Спанч Боб. О, погоди. Нет. Нет! Я хочу эту пиццу, и ты мне ее отдашь не по-хорошему, так по-плохому. Смотри, мы спасены! Ты мне зубы не заговаривай, давай сюда пиццу. Нет, правда, Сквид, мы спасены, 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 спасены. Перестань орать. Спасены, 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 спасены. Это просто дурацкий булыжник. Это вовсе не булыжник. Это скала. Скала. Жди меня. Наконец-то. Я просто дрожу от нетерпения. Да. Поздравляю, сэр. Вот ваша пицца от мистера Крабса. О, спасибо. Я давно ее жду. А где напиток? Напиток? Вот именно. Моя газировка с сиропом. О, господи, неужели вы ее забыли? Но вы не заказывали. Я что, по-вашему, должен есть пиццу в сухомятку? Но... Да. Вы вообще когда-нибудь думаете о клиентах? Тоже мне курьер называется. Я не принимаю заказ. Боб. Боб. Ну уже, дружище. Боб. Боб. Еще один. Я же сказал твоему дружку, что не буду платить. Подарок от заведения. Он что, передумал? Само собой. Проглотил ее одним махом. Без напитка? Без. Ну что, по домам? Ты шутишь? Уже утро, и нам пора на работу.